Ассаламу алейкум, всех приветствую, друзья. Я извиняюсь, сейчас вот в машине делаю ролик, просто не успеваю, поэтому, друзья. У меня лежит готовое видео о стройке номер 2, просто не было времени его залить. Те люди, которые интересуются, как далеко будет здание стоять, я вам сейчас видео покажу и расскажу, и прям дрон проведу между двумя этими зданиями, хорошо? Чтобы вы посмотрели. И я обращаю внимание, что есть люди, которые, ну это нормально, да, но переживают чересчур. Почему? Потому что, друзья, я вас хочу успокоить, если вы дело имеете с султаном, то султан сделает так, чтобы вы остались довольны, понимаете? У меня, допустим, с четвертой, с третьей стройки, допустим, были люди, которые уже выплачивали 30% первый взнос за стройку, но все мы разные, у всех у нас все получается по-разному. Бывают жизненные обстоятельства, когда человек обращается и говорит: султан, я не смогу продолжить, значит, долевое участие, значит, можете вернуть мои деньги, да? Никаких проблем нет. Задается иногда вопрос, а какие проценты вы урежете? Друзья, слово процент и султан — это несовместимо. Вы запомните это просто раз и навсегда. Смотрите, я вернул каждому, вы даже сейчас, может, кто-то смотрит это, каждому вернулись деньги. Если у вас проблемы, если решают эти проблемы ваш отказ от долевого участия, допустим, мы только за. Я сразу возвращаю всем деньги, друзья. Вот это вот первое спокойствие, которое должно присутствовать в вас, друзья. И мне не нужны никакие проценты. Я отдаю, возвращаю вам, через 5 минут я отдаю другому зданию, понимаю, ой, квартиру. Поэтому с моей стороны никаких проблем нет, друзья. Даже на стадии, если вы хотите, допустим, сказать, что вот у нас не получилось или что, я буду только рад вам помочь. Это же тоже помощь, правильно? Я в любой момент вам верну деньги, друзья. Вот, теперь, что касается стройки номер 2. Смотрите, честное слово, я очень сильно борюсь здесь с этими мерками турецкими. Вы знаете, они бруто считают здесь, в Турции, туда вводится территория там земли на каждую квартиру. Потом лестничная площадка, потом там лифт, короче, вот это все. И я потихоньку начал отучать от этого. И переходить на, как мы любим, да, вот как мы привыкли, на метраж, который брутто идет. Ой, нет, то идет, извиняюсь. Значит, стройки номер 42. 42, я сказал. Стройки номер 2, извиняюсь. В стройке номер 2 квартира выстроена на 45 квадратах, друзья. Смотрите, вот я буквально вот мерил, вчера, позавчера с лазером ходил. После того, как вы вошли в дверь, закрыли за собой дверь, вы в квартире находитесь. Ваша квартира выстроена на 45 квадратах. Если вычитать вот эти вот стенки, перегородки, получается, значит, вместе со стенками получается 35 квадратов, да? Если убрать вот эти стенки, получается, на 45 квадратах стоит ваша квартира, друзья. И там еще, помните, там, где выступ был такой, значит, этот выступ мне убрать не получилось. Как бы я сильно не старался, не получилось. Это напрямую вредит для получения скана. А так я рисковать не могу, друзья. Но эту квадратуру я выбиваю тем, что сейчас в видеоролике посмотрите. Я входную дверь вытащу наружу, получается. И там вот это как раз вот метраж, даже с лишним еще мы зарабатываем. Получается, квартира чуть-чуть еще больше получается. Так что видео будете смотреть, я там буду показывать, и вы поймете, о чем я. Вот, друзья, поэтому я хочу, чтобы вы были спокойны, свободны. Если кто-то ко мне там не может дозвониться или что, там второй стройке есть чат, там можете обращаться. Я не успеваю просто, друзья, я тоже, поверьте, я один. 120 там, 30 там, 70 там квартир, друзья. И, естественно, где-то кому-то я могу не успеть ответить или что. Но поймите одно, друзья, то, что я делаю вот это вот, вы просто смотрите, да, я люблю делать хайр, допустим. Я люблю людям делать приятно, допустим, да. Но мы все люди, и как бы без ошибок людей тоже не бывает, правильно? Но в первую очередь, не забывайте, все, что я делаю, в первую очередь я делаю ради своей фирмы, ради себя. Вот это, чтобы вы знали. Если я что-то вам предлагаю, делаю, да, я хочу, чтобы вам было приятно. Но я смотрю намного наперед, на будущее, понимаете? Я хочу, чтобы у нас было все по-другому. Не как у других застройщиков, там, вы вложились в долевое участие, а там... И когда стройка закончится, только придете, посмотрите, да, что как. А видите, я вам показываю весь процесс.
И мне нравится это делать. Но не забывайте, что я это делаю в первую очередь для себя, друзья. Я это делаю для нашего бизнеса. Я это делаю, чтобы людям более было понятливее. Понимаете, вы видите на живую, сколько там, не знаю, толщина, тонщина, допустим, железо видите. Видите сам процесс, как миксера работают, как они забивают, как они все ставят. О, авария получилась. Первый раз на живую вижу аварию, короче. Женщина сбила мужчину на машине. Ну ничего, бывает такое, все нормально, никто не пострадал. Вот, друзья, я вам показываю для того, чтобы вы всегда были в курсе, друзья. Чтобы у вас было на душе спокойно. И ваше спокойствие для меня самое главное, друзья. Я не знаю, вкратце и так получается, нет? Его аж на бордюр закинуло. Ну, люди собрались, не думайте, что я как бы сижу, там помогают, все нормально. Вот. Сейчас я покажу вот так вот. Там. Вот эта вот машина. Вот там. Ну, все нормально, никто не болеет. Не пострадал, вернее. Так, извиняюсь за такой формат видео. Вот, друзья, я вот для этого все показываю вам. Чтобы вы знали, чтобы вы видели. И говорят же, если нет плохих, тогда не будет известна цена хорошим. Понимаете? Вот поэтому я вам показываю процессы. Я знаю прекрасно, как там многие пишут, жалуются. Султан, вы знаете, у нас есть страх, допустим. Где-то они принимали там долевое участие, не получилось там, или что-то пошло не так. И это нормальное явление. И вот именно поэтому суть вся в том, показывается для того, чтобы вы в первую очередь были спокойны, друзья. Ваше спокойствие – это моя уверенность. Понимаете, о чем я? Ладно, не буду затягивать, короче, думаю, вкратце донес саму мысль. Все мы большая дружная семья. Значит, да, еще добавлю. До меня доходит, значит, информация, что многие думают там поменять это, поменять то. Но сколько людей, столько и мнений, правильно? Друзья, вы запомните одно, после того, как проект подтвердился, его менять не так просто. Это очень тяжело, допустим. Но что шло насчет, значит, баскетбольной площадки, я над этим подумаю. Если получится, я вам сделаю тогда больше территорию, чтобы вы отдыхали. Поверьте мне, этого никто не сделает, друзья. Этим никто заморачиваться не будет. А я вас люблю, я вас ценю. И поэтому, если вы хотите, если это в моих силах, я сделаю. Но любые другие какие-то изменения, друзья, все это просчитано, все это высчитано. Есть какой-то бюджет, допустим, по этому бюджету вы купили квартиры. И если какое-то что-то изменение идет, это все затраты, друзья, понимаете? А те люди, которые купили в стройке номер 3 квартиры, я вам вот клянусь, вы их купили за даром почти что. Вы это поймете в конце. Вы это поймете в конце, вы это увидите. И квадратура там хорошая. И сейчас, допустим, вот если вы обратили внимание, недавно вышла, значит, одна квартира выскочила в стройке номер 3. Я опять ее продал за 35. Хотя я мог за 45 ее свободно продать. Но я ее отдал за 35. Почему? Потому что там, если 119 жильцов будет, у меня душа не лежит на то, чтобы один из вас кто-то выделялся, который купил квартиру дороже. Понимаете? Я хочу, чтобы у всех все было одинаково. Хотя уже такое время прошло, цены поднялись. Но я опять же отдал эту квартиру за 35 тысяч, друзья. 2 плюс 1. Вот. Ладно, на живую приедете, пообщаемся со всеми отдельно, по отдельности. Все, всех обнимаю. Продолжение следует. Смотрите ролик. Ассаламу алейкум. А я пойду посмотрю, что там. Так, друзья, я сейчас на крыше. Стройка 1 плюс 1 Акденис. Вот фаянс уже мы, значит, кафель, да, можно так сказать, положили. Осталась та сторона. Да, и хочу сказать, чтобы вы имели в виду, здесь есть уклон. Смотрите, отсюда получается как бы наклон такой идет. Потом здесь посередине на две стороны разделяется уклон. Один слив там. Здесь вода вот так вот, когда дождь будет, пойдет. И в этот слив уйдет, да? Значит, второй слив там. И также на той стороне еще два слива. В центрах сливы мэрия ставить не разрешает, друзья. Поэтому мы сделали наклоны. Смотрите, здесь мы разделяемся уже. Здесь наклон в ту сторону, а здесь наклон идет в ту сторону, друзья. Вот мрамор,
Настоящий. Короче, друзья, я замерил сейчас лазером квартиры. Так. Так, где моя бумага? Сейчас я вам скажу. Замерил и успокоился, короче. Значит, у нас без стен, смотрите, перегородки, которые внутри есть, в Турции, не забывайте, их тоже считают, друзья. Я здесь не добавляю лифты, как брутто здесь считается, когда надо до лифта определенная там территория, там, если у вас ситес, земля, там тоже это, я этого ничего не вмешивал, короче, друзья. Значит, квартиры получились у нас 35 квадратов 0,8 целых. И со стенками, перегородками, когда считаешь, 45 квадратов получается, друзья. Без лифтов и всяких там заморочек. И что, естественно, получается, что все ништяк. Так, теперь смотрите, прогуляемся еще. Вот. Эту сторону не снимали в основном. Почему? Не подумают неправильно. Не из-за стройки. Вот, смотрите, промежуток. Но, естественно, они когда сделают, тоже будет вид красивый. Значит, сейчас это здание на эту сторону перешли. Я сейчас с дрона тоже буду снимать. И посмотрите. Вот ваша крыша, друзья. Самое главное, что район зачетный. Я люблю соли, не знаю. Вот помните, я про... должен быть большим, да? Все равно нам в стороне Чешмы или в стороне, допустим, даже того же Томика и в стороне Теджи нам нужно сделать такой крутой, такое крутое сите. Но, друзья, тут звонки постоянно поступают. В соли я тоже обязательно сделаю такой сите, иншаллах. Пойдемте дальше. Так. Вот видите, с этой стороны, вот так же слив здесь. Там потом сеточки пойдут, чтобы не засорялось. И слив там будет. Вот. Осталось здесь не сделали, потому что работает. Ребята, винч стоит. Поэтому пока что не заставляем. Там уже идет процесс подключения лифта. Здесь мастер работал. Вот здесь уже щиток поставили. Вот, смотрите, вот здесь вот вся вот эта тема, друзья. Вот. А вот наш мастер. Колоес нам устоит чекин, Юрий. Я был безим челлер. Müşteriler yok mu, alıcılar? Onlar için çekiyoruz. He, anladım. Bir şey olsa ilerideki zamanda servisimiz var. Yani. Ya Allah что? Etmesin bir şey olsun abi. Ya misal yani kapı kapanmadı bir şey oldu. Uspraşu сейчас зарисовал его, чтобы если какие проблемы будет, сразу будем вызывать. Так вот. Тоже с мрамора все, друзья. Так вот здесь настраивают лифты. Так, друзья, у нас, значит, на этой стороне... Да, друзья, я еще что хотел сказать, смотрите. Вот эта вот дверь, она будет переноситься сюда. Отсюда будет начинаться, значит, дверь. Вот этот промежуток тоже войдет в нашу, в наш метраж, да, можно сказать. Вот, вот эта дверь, она вот сюда вот придет. И ваша входная дверь будет начинаться отсюда. Также и с этой стороны тоже. Будет начинаться отсюда, вот, друзья. Их мы вытаскиваем наружу. Так. Вот. Ванная. Клавиши. Вот. Дальше там зал. Друзья, вот здесь вот. Так. И центровая квартира. Сейчас посмотрим. Это чтобы не скучали все время. Третья стройка. Сейчас четвертую подключим уже на съемке. Вот здесь также. Вот эта дверь, она будет отсюда начинаться, друзья. Как здесь, так и там. Одинаково. Вот. Значит, салон. Вот такой вот салон у нас. Здесь технический балкон, друзья. Вот. И спальня.
Люблю я наш район, люблю я, друзья. Не могу ничего поделать, я свой район люблю, друзья. Думаю, вы тоже полюбите. Да, кстати, насчет этого, короче, никак у меня не получается. Как бы я ни старался, именно то изменение в стройке, оно вредит для нашего Искана, друзья. Если я уберу это или там сокращу, короче, получается, что Искан нам не получить. Вот, друзья. Так, сейчас рамки поставили, уже вот такой вот цвет. И не черный, это как бы что-то здесь. Какой же этот цвет, как бы назвать правильнее его? Знаете, такой, что-то и как бы есть и черное в перемешку с серым, да, можно сказать. Вот. Вот так вот раздвигается. Там будут у нас отопление стоять. Еще так закрываю, как будто окно есть. Да, так, поехали дальше, друзья. Вот эта вот дверь у нас, еще раз повторюсь, будет стоять здесь. Лифт готовим. Значит, давайте еще на этаж спустимся. Вот такие вот дела. Вот такое расстояние у нас между стройками получилось. С этой стороны она заканчивается уже. Но она меньше нашей. Видите, здесь наполовину она уже заканчивается. Но этого не избежать, друзья. В Турции этого не избежать. Так что поэтому, как бы ни старались, не получается. Выход с кондиционера, друзья. Вот. И труба для газа. Комби будет устанавливаться сюда. Розетки здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там еще есть семь, восемь. Получается. Тут включатель. Здесь. Так, здесь розетка у нас. И в спальне розетка. Включатель, розетка. Думаю, что достаточно. Вот, друзья. Так что давайте сейчас еще на дроне поснимаем. Да, друзья, насчет, вот смотрите, допустим, вот эта вот стенка, да, она же в квартире считается. Там потом вот это вот, допустим, вот без них, получается, у нас здесь 45 квадратов. Я померил на живую. 35 выходит без стенок. И вместе с этой стенкой и с той стороны, где ванная, выходит 45. Но с учетом, что мы выдвинем вот это вот сюда. طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا،
نعمة بيحل حياتنا ويفرش مولود. لا 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 لا. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا ربي صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي رمضان ده شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش مولود. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة. لا 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 لا. طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش مولود.